Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это «Тема дня. Комментарий». С вами Анастасия Новичкова. В прошлом году в Тверской области более 385 тысяч жителей региона прошли профосмотры и диспансеризацию, в том числе углубленную в рамках национального проекта здравоохранения. Что из себя представляет диспансеризация и какие процедуры входят в нее в этом году, узнаем у нашего эксперта. У нас в гостях заведующая поликлиника государственного бюджетного учреждения здравоохранения, областная клиническая больница Невская Наталья Михайловна. Приветствую вас. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое диспансеризация? Диспансеризация – это комплекс медицинских мероприятий, а конкретно комплекс определенных медицинских обследований, которые направлены на раннее выявление неинфекционных хронических заболеваний у людей, у жителей нашего региона и всей Российской Федерации, и также определение факторов риска, которые могут способствовать развитию данных заболеваний. Направлено это все на то, чтобы сделать наше население более здоровым, то есть уменьшить инвалидизацию, повысить качество жизни, продлить активную старость и, самое главное, чтобы уменьшить смертность населения. Скажите, где тверичане могут пройти диспансеризацию? Ну, основное как бы лечебное учреждение – это наши городские больницы и центральные районные больницы. То есть это те больницы, куда каждый человек в нашем городе и в регионе приписан. В том году еще у нас добавилась вот областная больница, мы активно стали участвовать. Далее центр Аваева, также участвует железнодорожная больница, хотя это не государственное лечебное учреждение. В принципе, всего в регионе 46 медицинских организаций участвуют в проведении диспансеризации. Скажите, как можно записаться на диспансеризацию? Значит, записаться можно разными способами. Первое, непосредственно обратившись в регистратуру лечебного учреждения. Это первое. Можно позвонить в колл-центр. Потому что все сейчас регистратуры имеют колл-центры. То есть надо знать телефон, позвонить и записаться, вас запишут. Далее, у нас существует служба 122. Активно очень работает, активно помогает. Пожалуйста, позвоните 122, и вас запишут. И даже не только запишут, но и проконсультируют. Далее, у нас существуют электронные регистратуры. В нашем регионе работает медрек-Тверь. Такая электронная регистратура, через нее можно, и также можно через портал госуслуг. То есть, в принципе, все доступно, все, проблем с записью нет. Лишь бы было желание, прийти, осознанно подойти к своему здоровью и к прохождению профилактических мероприятий. Да, действительно, очень упрощенно и удобно. Скажите, изменились ли условия диспансеризации в этом 2024 году, и что входит? Значит, в 2024 году никаких кардинальных перемен не произошло. Перечень обследований в зависимости от пола и возраста, он регламентирован федеральным приказом номер 404. От 2021 года ничего не произошло. Единственное, вот в том году мы начали, и в этом году очень активно продвигается и поддерживается федеральным министерством, это выездные формы работы. То есть раньше в основном как-то мы смотрели вот именно в больницах, а сейчас активно продвигаются выездные формы работы. Что это такое? То есть мы выезжаем, и другие лечебные учреждения выезжают непосредственно на предприятие, в учреждение, где непосредственно уже, так сказать, рядом с рабочим местом проводится вот данный комплекс медицинских обследований, что является очень удобно как для работодателя, мы так думаем, так и для граждан. Про работодателя. Расскажите, что нужно сделать работодателю, чтобы организовать на своем предприятии диспансеризацию выездную? Ну, работодателю нужно обратиться в то лечебное учреждение, которое он выберет, которое ему более симпатично в нашем регионе. Далее составляются списки сотрудников. Это немаловажно, потому что лечебное учреждение должно бы видеть и состав по возрасту, и по полу. Вот. Далее эти списки данные лечебное учреждение отправляются, и вся бумажная работа проводится медицинскими учреждениями. Далее согласовывается дата, выезд, потом обязательно набор определенных помещений. И выезжаем и проводим. Обычно очень быстро и мобильно. А про диспансеризацию для маломобильных граждан расскажите, пожалуйста, подробнее.
Ну, в принципе, у нас же любой гражданин имеет право пройти диспансеризацию. Значит, в основном это занимаются, ну, то есть надо обратиться человеку к своему участковому терапевту, будет организован выход на дом терапевта, выезд определенных специалистов для забора анализов. Далее, если человек, это который вот, ну, совсем не передвигающийся, если человек является маломобильным, но может передвигаться в кресле-коляске, то тут идет взаимодействие с системой соцзащиты. На определенном там у них есть автомобили, инвалиды-колясочника могут привезти в лечебное учреждение. В принципе, у нас в городе все лечебные учреждения оборудованы по программе «Доступная среда», и там человек совершенно, как бы, передвигаясь на кресле-коляске, пройдет все обследования. Расскажите, пожалуйста, какой перечень обследований входит в углубленную диспансеризацию? Значит, диспансеризация включает в себя первый этап и второй этап. В первый этап диспансеризации входит опрос, анкетирование, измерение роста, веса и окружности талии. Здесь высчитывается индекс массы тела, потому что повышенный индекс массы тела – это риск для многих заболеваний. Далее, измерение внутриглазного давления. Потом определение сердечно-сосудистого риска, измерение артериального давления, проводится флюорография, электрокардиография, определяется уровень холестерина и глюкозы в крови. Это вот обязательный перечень. Далее добавляются вот скрининги онкозаболеваний, которыми является, это в основном у лиц, которые старше 40. Это определение простатоспецифического антигена, который, повышение которого нам говорит о заболеваниях предстательной железы. Потом женщинам маммография, соответственно, заболевания молочной железы, включая онкологию. И осмотр женщин-гинекологом с взятием мазков на атипичные клетки. Тоже это, ну, соответственно, онкология женской сферы. Вот это основной вот такой перечень обследований. Это по диспансеризации. Значит, диспансеризация проводится раз в 3 года. В 2024 году подлежат следующие года. Это 2006, 2003, 2000, 97 и так далее. То есть с 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в 3 года. С 40 лет диспансеризация проводится ежегодно. Вот так вот такие года. Значит, далее, если вдруг вы не попадаете под диспансеризацию, то все равно обратитесь в свое лечебное учреждение, вы попадаете под профосмотр, профилактический осмотр. В принципе, это та же диспансеризация, только в более усеченном виде. Далее, не надо забывать, что у нас есть еще углубленная диспансеризация. Углубленную диспансеризацию – это тоже комплекс определенных медицинских обследований. Это проходят люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Проходит, надо обратиться к своему терапевту. С момента окончания заболевания должно пройти не менее 60 дней. И лучше, конечно, чтобы медицинская организация знала о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию. Но даже если медицинская организация не знает, то можете прийти, так сказать, обозначить, что вы хотите пройти углубленную диспансеризацию, что, скорее всего, вы болели коронавирусной инфекцией. И там будут следующие, это более такое широкое обследование. В первый этап входит измерение сатурации, то есть это насыщение крови кислородом. Далее тест с 6-минутной ходьбой, то есть как бы переносимость нагрузки. Далее спирометрия, это функция работы легких, определение. Клинический анализ крови, биохимический анализ крови. И флюорография, это первый этап. И далее по результатам первого этапа, а еще определение дедимера, потому что часто коронавирусная инфекция ведет к тромбоэмболическим осложнениям, и дедимер – это показатель, который показывает вот именно возможность, повышенную возможность тромбоэмболических осложнений. И дальше уже по результатам первого этапа проводятся такие серьезные исследования, как компьютерная томография легких, эхокардиография и УЗИ вен нижних конечностей при необходимости. То есть вот это тем, кто перенес коронавирусную инфекцию. Наталья Михайловна, спасибо вам большое за ответы. Наша программа подошла к концу. Спасибо. Это была тема дня комментарий. До новых встреч!